Как сообщает Сланцевская госавтоинспекция, в период с 15 по 21 января на территории района было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла 21 января в вечернее время на улице Интернациональная. Здесь водитель автомобиля Audi 200 не выбрал безопасную скорость движения согласно дорожных и метеорологических условий, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору линий электропередач. В этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Госавтоинспекция обращает внимание родителей на необходимость контроля за времяпровождением своих детей, потому как отсутствие должного родительского контроля может привести к весьма печальным последствиям. Как это случилось 14 января текущего года на автодороге Санкт-Петербург-Сартовало-Петрозаводск, где произошло смертельное ДТП с участием трех несовершеннолетних жителей Приозерского района, которые взяли покататься машину у родителей. Не имеющий водительских прав 16-летний подросток, находящийся за рулем транспортного средства, не справился с управлением, совершил съезд с дороги и там врезался в дерево. В результате этой аварии погиб как сам подросток, так и два его пассажира – 15 и 16 лет. Уважаемые взрослые, исключите возможность использования транспортных средств несовершеннолетними, не оставляйте ключи от автомобилей в доступном месте и разъясняйте детям возможные последствия от их необдуманных действий.